Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами сделаем очень вкусный и необычный кофе. Этот напиток называется «Дальгона кофе», он готовится из молока, сахара, растворимого кофе и холодной воды. Нам с вами понадобится вот такой вот миксер с венчиком, точнее, у меня здесь блендер с насадкой венчик, в общем, вам нужна вот такая вот штука. Желательно все-таки руками это не взбивать, потому что будет дольше. Вот такая вот высокая чаша, чтобы все это не разлетелось. Мы сюда насыпаем 1 чайную ложку растворимого кофе, 1 чайную ложку сахара и добавляем 1 чайную ложку холодной воды. И все это дело взбиваем. Мы взбивали примерно 60 секунд, и посмотрите, какая у нас получилась такая вот прикольная кремовая пенка. Что мы делаем дальше? Мы берем кружку для кофе, у меня вот такая вот мелкая, и наливаем в нее молоко. Оставляем немножко, ну вот до сюда примерно наливаем, и оставляем сверху место, чтобы выложить наше взбитое кофе. Молоко можно подогреть, но я буду использовать холодное. Вот такой прикольный кофе у нас получился. Перед тем, как пить, мы вот это все аккуратненько перемешиваем, чтобы кофе у нас смешался с молоком. И пробуем. Интересно. Мне кажется, вот этот напиток прям отлично подойдет для летней жары, когда утром кофе выпить охота, но вот горячего ничего пить особо-то нет желания. Это очень необычно и достаточно вкусно. Друзья, всем желаю приятного аппетита и подписывайтесь на мой канал. Пока!